Двух малышей, которые отравились средством от грызунов, в Барнаульском детском саду уже сегодня выпишут из больницы. По словам главного врача второй горбольницы Ивана Леера, дети чувствуют себя хорошо. Состояние их здоровья больше не вызывает опасений. Напомню, инцидент произошел накануне в детском саду номер 161. Как говорят сами сотрудники дошкольного учреждения, в помещении некачественно провели уборку помещения после дератизации. В результате два воспитанника обнаружили остатки спецсредства для борьбы с грызунами. Частицы порошка оказались в руках малышей. Младший воспитатель оперативно отреагировала на ситуацию. Детям оказали первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой. Ночь они провели под присмотром врачей второй Барнаульской горбольницы. Сейчас, по словам главного врача Ивана Леера, после утреннего контрольного обследования детей отпустят домой. Тем временем в детском саду номер 161 проводится следственная проверка. Глава администрации города Сергей Дугин взял ситуацию под личный контроль. Он заявил, виновные должны быть наказаны по всей строгости и распорядился провести во всех дошкольных учреждениях города проверки и профилактические мероприятия.